нашу школу сейчас дети стремятся попасть. Им нравится у нас. И возможности есть большие. Учитель русского языка Фиалка Абдрешитова счастлива вдвойне. У нее лучшая работа на свете и лучшее место работы – Балаковская фосагрошкола номер 25. Здесь, как и во всех городах присутствия, компания «Фосагро» вот уже 10 лет успешно реализует образовательную парадигму – школа, колледж, вуз, предприятие. Растят будущую смену российским химикам и инженерам. Не забывают и про экономистов, спортсменов, танцоров. Созданы все условия, чтобы ребята получали знания, а педагоги передавали им свой опыт и совершенствовали свои профессиональные качества. Наши учителя имеют большую возможность участвовать в конкурсах вместе с детьми. Поэтому «Фосагро» большой вклад вносит в нашу школу. Кроме того, что вот они отремонтировали нашу школу, но также и в учебный процесс, и в развитие наших детей. Наша героиня не делает различий между будущими химиками, юристами, экологами, танцорами. Русский язык и литературу должны знать все. Это и отличает гармонично развитого человека. Таких граждан своей страны и старается воспитать компания «Фосагро», реализуя свои образовательные проекты. Все это вдохновляет на рост и успех. Среди учеников Фиалки Харисовны много медалистов, победителей предметных олимпиад и стубальников по ЕГЭ. Заслуги педагога отмечены на самом высоком уровне. Обновленную доску почета Балаковского района украшает портрет Фиалки Абдрешитовой. Благодаря «Фосагро», то, что они вносят вот такой вклад в нашу школу, учитель получает признание, и поэтому мы имеем большие возможности вот именно реализовать себя. Педагог особенно рада, что ее фото неподалеку от таблички с названием Балаковского филиала АО «Апатит», которая входит в группу «Фосагро» и много лет шествует над школой. Кроме того, помогает компании развивать многие другие социальные направления. За последние 3 года на создание комфортной среды в Балакове компания выделила 370 миллионов рублей. В этом году очередные 100 миллионов направлены на обустройство освещения пешеходных дорожек, ремонт дорог и тротуаров, установку спортивной площадки возле центра греко-римской борьбы в селе Быков-Отрог и доска почета, кстати, отремонтирована на средства химиков. Я бы хотел, конечно, отметить компанию «Фосагро», которая очень плодотворно и активно участвует в жизни нашего города, в социальных проектах, в благоустройстве города. В этом году нам выделили 100 миллионов рублей. Это была открытая программа. Мы с ними работаем уже не первый год. Большое за это спасибо. Город хорошеет, и это один из лучших подарков Балаковскому филиалу АО «Апатит» к юбилею. В этом году предприятию исполняется 50 лет. Завод встречает полувековую дату в активном развитии и работе. Полным ходом идет 3-й этап реконструкции и модернизации, что позволит не только увеличить объемы выпускаемой продукции, но и расширить номенклатуру. Ежегодно балаковские химики повышают объемы производства. В этом году они планируют дать 2 миллиона 400 тысяч тонн готовой продукции. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Модернизация производства идет. Это вносит в том числе уверенность в завтрашнем дне. То, что предприятие будет продолжать работать, будет развиваться. И, естественно, новые производственные показатели, они, естественно, отражаются и на наших дополнительных, в том числе, социальных гарантиях. Занесение на доску почета – это не только знак благодарности, говорят химики. Это еще и ответственность, которую берет на себя социально ориентированное предприятие.